Маринка. Сегодня, в честь нашей годовщины, я без своих упреков, напоминаний и подзатыльников сам убрал всю квартиру. И более того, я когда выносил мусор, представляешь, как в кино, подъехала машина мусорная, и я прям в нее выкинул. Вот повезло так повезло. Аркаша, лотерея выигрышная вот тут лежала где? 100 000 на Париж выиграла! Так я же это говорю, что машина подъехала, когда мусор выкидывал, и я прям в нее закинул. Бежать? Разбрасывать свои грязные носки. Ты же знаешь, какая я брезгливая. Да? Не знал. Аркаш, ну ты опять ковыряешься в своем телефоне, ну ты же просто бесполезно проводишь время. Мы совершенно друг друга не понимаем. Люба, не бесполезно. Вот смотри, нашел статью, в которой говорится, что если у пары возникли проблемы со взаимопониманием, то партнерам нужно просто привязать себя друг к другу на сутки. И тогда они начнут понимать друг друга лучше. Прикольно. А ты говоришь, бесполезно. Попробуем? Я себе это немножко не так представляла. Как у тебя это вообще получилось? Ты кто знает, может так работает. Звони МЧС. Face ID не работает. Носом пробуй. О, Юр звонит. Алло. Удобно говорить? Да, удобно, удобно. Нет, неудобно, неудобно. Все, я перезвоню. Чем вы там занимались? Пирожки готовили. Пирожки готовили? Звони в МЧС. Люб, а как мы им дверь откроем? Блять. Люб, ты че? Нас дети смотрят. Дебил. Не повторяйте дома. Люб. Не сейчас, Аркаша. Понял, тогда поползли. Так, стоп. Не забывай, что нас дети смотрят. Да немножко по-другому был здесь. Аркаш, а? Я тут смотрю свой инстаграм и знаешь, что поняла? Ну? Чтобы быстро заработать большое количество подписчиков, мне нужно почаще выкладывать фото, где у меня глубокое декольте. Походу, грудь в инстаграме рулит. Да чё? Вот фото, где я обычно одета, 200 лайков, угу. А фото, где я с глубоким декольте, 1500 лайков. Да. Короче, пойду еще пофоткаюсь. Смотри, как я круто сфоткалась! Выйди! Так, Аркаша, вот дебил. Зато популярный! Аркаш, ну ты скоро, нет? Да все, все, готов. Вот. Это что? Форма спортивная. Зачем? Ну мы же в спортзал идем. Аркаш, ну мы туда просто помыться идем, пока горячую воду не дали. Ну вдруг позанимаемся. Вдруг? Аркаш, мы там 2 года не были, ну откуда возьмется вдруг? Бери все самое необходимое. Понял. Люб, я застрял. Вот дебил. Делаешь? Да вот думаю, чем нам заняться. Скучно же. Вот подумал на квест сходить. Только не знаю, на какой выбираю. А я как раз знаю очень классный квест. Расскажи. Короче, там интерактивный квест. Ты должен собирать разные артефакты для того, чтобы выбраться из сказочной комнаты. Круто! Давай сходим! Давай. Так, и чё? Так, Аркаш, всё, квест начался! Собери все носки, заправь кровать и пропылесось. И тогда ты сможешь выйти из комнаты. Ну, Люб! Ну, Люб, ну открой! Не могу. Ты ж сам хотел на квест. А тут такие правила. Короче, у тебя ровно час. Если не успеешь... Дверь не откроется. Все, время пошло. Вот блин. Вот тупые. Ой, тупые.
когда видео смотрю про кошек и собак. Мне их обманывают, а они верят, потому что они тупые, глупые все. Вот, смотри. И что тут смешного? Ну, пес, тупой же. Тупой. Агарка? А? Фокус? Ничего себе! Агарка, стой, смотри. Давай. Да господи, да досмотрел бы. Аркаш? Люб! Люба! Люба! Ну! Вот дебилы! Точно! Вот дебилы! Собаки! Так, все, Аркаш, я пошла. Еда в холодильнике, посуду с собой, пожалуйста, убери. Люб, у тебя есть пачка на подглазе. Все. С другой стороны, Люб. Все. А давай я сам. А, это родинка была. Ой, Аркаш, все, мне надо идти, я пошла. Господи. Люб, ты... А, ладно, пусть идет, а то еще назовет дебилом. А так ее назовут. А можно бибикнуть? Нет. Не открывай. Не включай. Не лезь. Ну не надо. Не ерзай. Не открывай. Не надо. Не вздыхай. Ну не надо. Ну что, ребят, вы тут уже 2 часа сидите. Брать-то будете? Нет. Как это нет, Люб? На метро поездим. Ну, Люба, не выходи, пожалуйста, не выходи. Не трогай меня. Сейчас мы поговорим. Курочка. Ты мой сладенький индюк. Ты что ты сделал? Да что я сделал? Я в толкана завелся и поехал дальше. А и дура там осталась стоять. Красава! Какое классное платье, Любаша! На глаза как подходит! Да? А теперь давай выберем то, что наденешь ты! Давай! А давай я сделаю селфи. Давай. А теперь давай я сделаю селфи. Давай. А теперь давай я сделаю селфи, как ты делаешь селфи, как я делаю селфи. Давай. Давай. Мы с Аркадием планируем сходить на выставку импрессионистов. Если на горшке листать целый день не будем. Ну что, ребят, сейчас на выставку? Или на каток? А может, в боулинг? А потом на лыжи и на квест? Везде успеем. Нет, ну вот хорошо, что дома остались. Можно Бодлера по ролям почитать. А потом можно поразгадывать 3D-шарады. Ты что ревешь? Они все равно будут вместе. Да и не из-за этого. Ему всего 25, а у нее уже дом в кабриоле. Хорошая работа, за ней 2 мужика в отеле. Ухаживать у меня никогда не будет такой жизни. Люб, что плачешь? Лук такой едкий. Да лук хреновый. В смысле? А у меня лук хреновый. Выгляжу как шаболда. Люб, что так невкусно? О, что, опять ревела? Нет, умывалась. А сейчас что ревешь? Ты назвал меня истеричкой! Ну и что случилось? Что плачем? Мне тушь размазалась! Ну а тушь почему размазалась? Потому что я плакала!
Люба, подуй, пожалуйста. Вот ты ныть, конечно.